Как лучше стало, нет? Да. Классно. Прям таинство создания шедевра. Да? Особенно вот эти вот звездочки пошли, да? От солнца сюда, прямо вот это вот. И круг такой получился. А у него эта шапочка, да? Обалдеть. А это можно чайку видно, нет? Чайку видно? Ну, одно крыло, может, еще как-то добавить, да? обозначить. Так. И вот эту надо тоже где-то еще сделать чайку. Как называется? Картина? Море. Там, значит, море. Как прекрасно море Каспийское. Там, ну, мы же жили в Махачкала между горами и морем. Бывший порт Петровский. Там море такое. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И потом фраза такая. И раскрылись белые паруса. Вот так вот. Я это помню, вот эти белые паруса. Хотел сделать, но... Не знаю, никак они у меня не раскрываются. Да. Мне хочется, чтобы это было не абстрактное, не реальное, а чтобы это было немножко метафора. Ну, это надо иметь такое состояние целостности. Поток такой уходишь, что... Уходишь. Ну, вот так, наверное. Вот. Теперь уже лучше. Да. Да. Леша, когда в деталь смотришь, ну так же не бывает на парусе. Ну, конечно, не бывает. Надо же в целом смотреть. Это интересная вещь, что время и пространство в нейросетях мозга регулируются таким образом. Например, когда ты спокойнее, а внимание твое более расширенное. Когда ты напряжен, мобилизован, внимание сосредоточенное. Когда ты более сосредоточен, ты видишь деталь. Когда ты немножко отойдешь, как художник должен отойти с холста, чтобы увидеть картину в целом, то же самое мозг. Это регулируется уровнем напряжения. Рассеянное внимание, сфокусированное внимание. Поэтому, когда ты переживаешь о чем-то, сильно переживаешь, нервничаешь, оно тебя забивает, ты не можешь ни о чем думать, чтобы немножко расширить свой взгляд на мир, увидеть, как надо поступить, найти решение, надо немножко успокоиться. Правильно? Это означает отойти от холста картины. Вот такие аналогии я провожу, когда мы учим в нашей школе хомо-культуру с человеком будущего, для того, чтобы люди больше понимали,
что все взаимосвязано. И такими простыми примерами показать, что и в творчестве одно и то же самое работает, и в физкультуре одно и то же самое работает, и в ораторском искусстве одно и то же самое работает. Просто надо научиться регулировать свое напряжение. А от этого зависит, ты смотришь на мир со стороны, с рассеянным взглядом, таким задумчивостью, или сосредоточен, и ты включен в проблему. И вот научиться отходить и смотреть. И сосредотачиваться, это мобилизоваться и расслабляться. Вот так. Потому что чем меньше препятствий между усилием и результатом, тем легче входишь в поток деятельности. И рука тогда сама рисуется. Да. Это интересное явление, когда ты ни на что не отвлекаешься, на рутину. На рутину. Тогда ты входишь в творческую деятельность, результат у тебя сразу растет. А я сейчас отвлекаюсь. Вот я не знаю, где мне сейчас взять зеленую немножко краску. Краска она у меня в ящике. Господи, да и поленился, надо было всех их расставить, чтобы я смотрел, где у меня что лежит. Потом на автомат, когда вышел, чтобы я не выскакивал из этого состояния творчества, где мне сама природа помогает. Не выскакивал искать эту краску, черт возьми, или не думал о том, как я потом руки буду мыть, чтобы эта рутина мне не мешала. Да, ну я думаю, что вот так вот можно на сегодня оставить. Потому что завтра посмотрим, и окажется такая ерунда. Ну, во-первых, они должны еще подсохнуть. А во-вторых, краска в краску входит. А в-третьих, ты зашел в этот транс, тебе кажется, ты же там Бог, ты там видишь, как ты рисуешь, и ты сам чувствуешь, что там за этим что-то стоит. А потом ты успокоился утром, утром, вечером мудренее. Посмотрел на то, что ты наляпал, как говорится, условно, да? И думаешь, елки-палки, что я такое сделал? А нет. Посмотрел, оказывается, здорово, шедевр. Но для этого нужно посмотреть со стороны, как я говорю. А для этого надо ночью поспать, потому что с больной головой ногам покойнет, а утро вечером мудренее. Мы надеемся на завтрашнее утро, что мы утром проснемся, посмотрим, обожжемся радостью о том, что мы сегодня создали, какое диво мы создали, диво сотворили. Приходите, друзья, дивиться, какое диво мы сотворили.